1500 километров, 46 автомобилей проехали за 3 дня Оренбургскую область. В составе колонны автопробега председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья и лидеры областных отраслевых организаций. Сегодня важно нам всем держаться вместе, сохранить ритмичную работу наших предприятий, трудовых коллективов, поддерживать покупательскую способность заработных плат. Нам, профсоюзам, очень важно, чтобы сегодня не было злоупотреблений. Сегодняшний ситуации, злоупотреблением доверием людей, их веры в завтрашний день. Потому что такие факты, примеры есть, кто сегодня, ну, фактически пользуется ситуацией, да, и начинает как-то, больше эксплуатировать, да, этот момент, а давайте поработаем, здесь потерпим и так далее, так далее. Нет возможности поднять зарплату. Ну, вот экономическая ситуация. Вот наша главная суть, чтобы злоупотребления в этом моменте не было. Автопробег стартовал на востоке региона, в городе Ясный. Участники останавливались в административных центрах, где прошли встречи с профсоюзными активами. Могли это сделать в кратчайшие сроки, узнать, какие у них проблемы, какие у них вопросы, обговорить сегодняшнюю ситуацию, которая связана с частичной мобилизацией. У нас есть ребята, которые у нас уходят тоже, которые мобилизуются. Соответственно, определенные моменты председатели у меня уточнили. Вот, мы договорились, что и они, и мы будем оказывать материальную помощь таким людям, которые, то есть члены профсоюза нашей отрасли, которые будут частично мобилизованы. Как председатель профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, мы не могли пройти мимо и приняли участие в данной акции. Конечно, вопросы касаются частичной мобилизации, объявлено не так давно, были разъяснены права работникам, членам профсоюза, были разданы листовки, которые рассказывают о их правах. В Оренбургской области более 200 тысяч членов профсоюзов. Сейчас у Федерации главная задача – обеспечить достойный труд и социальные гарантии, даже в непростое время. Если ваши права нарушены, можно обратиться на горячую линию профсоюза и получить консультацию от юриста. Екатерина Хигай, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.